Ну в общем, все пилят топы, а я что, рыжий? Конформизм во все поля. Поскольку я не вижу никакого смысла делать обзор на какую бы то ни было игру серии Цивилизация, я просто растыкаю их в порядке офигенности. А вы, мои дорогие 3,5 зрителя, вольны поставить дизлайк и отписаться. На 6-м месте. За гранью Земли. Отвратительное поделие, являющееся по сути рискином 5-й Цивилизации. Сама по себе играбельная, за гранью Земли не дает ни грамма реального удовольствия, поскольку сделана под кальку и по сути игнорирует здравый смысл и реальные вызовы инопланетной колонизации. 5-е место. Цивилизация 5. Крайняя на данный момент игра основной серии, пятерка заточена под современные тренды, а это меньше, точнее, аккуратнее. Итог, сухая и поджарая, но абсолютно бездушная игра с громоздким интерфейсом, однообразными партиями, хронической нехваткой информации, зато няшной графикой и арт-декошным стилем. Все это сделало ее наиболее успешной в серии. 4-е место. Цивилизация 4. По функционалу, четверка, наверное, самая замороченная в серии. Здесь много хорошего и интересного. Система распределения очков различных видов деятельности, мощный шпионаж, продуманная система переключаемого госстроя, интересные механики в плане развития городов. Но все это выглядит и играется как-то недоделано, недоработано, недодумано. Поскольку, опять-таки, в большинстве случаев, несмотря на разнообразие возможностей, путь к победе лежит через несколько довольно узких и скучных тропинок. Но булочка за усердие. 3-е место. Цивилизация 3 уступает четверке почти во всех смыслах, кроме размаха и фана. Если четвертая часть вводила новые механики и получалось это как-то неуклюже, то тройка, подобно пятерке, выкидывала лишнее и полировала имеющиеся. Единственное реально значимое нововведение этой части – пока что слабо осмысленная система культурного влияния, позволяющая тырить вражьи города. 2-е место. Альфа Центавра. То, чем должна была бы быть за гранью Земли. Настоящая глубокая научная фантастика с проработанными персонажами и оригинальной концепцией. Правда, сюжет на треть сперли у Легвин, но это другой вопрос. Тут важно то, что фракции это не безликие болванчики, а выпуклые психопаты, и их конфликт неизбежен и логичен. Вдобавок, в отличие от той же за гранью, здесь планета не статиста, если ты будешь слишком баловаться терраформингом или термоядерными бомбами. Ласково расфигачат тебя ордами местной фауны, которой вообще пофиг, насколько прокачан твой супертанк, потому что атакует она по мозгам. 1-е место! Цивилизация 2. Лучшая, на взгляд вашего покорного, часть. У Цивилизации 2 есть ровно два недостатка – устаревший дизайн и устаревшие механизмы работы движка. Это значит, что ее сложно запускать, компьютерные враги тупы, автоматизация процессов иногда невозможна. Но все это компенсируется фишками, которых катастрофически не хватает в поздних играх. Здесь огромную роль играют крепости, авиации и флот. Здесь поврежденные корабли теряют мореходность. Здесь армия жрет не только деньги, но и еду и потребляет товары. Здесь глобальное потепление превращает мир в мешанину из вышенной пустоши и болот. Зато прокачанные сеттлеры чуть ли не горы срывать умеют. Здесь нет проблемы стака смерти, поскольку вне города и крепости вместе с одним юнитом умирают все юниты на клетке. И наконец здесь компы еще не узнали, что играют в игру. И усердно изображают у себя другие государства, а не других игроков-людей. Вершина серии и долгий путь вниз, последовавший за нею. Ну и вне конкурса, Цивилизация Сида Мейера. Эта игра не попадает в данный топ. Несправедливо оценивать ее наравне с другими, несправедливо ставить ее ни вверх пьедестала, ни в его низ. Эта игра обладает гигантской ностальгической исторической ценностью. И пусть так и будет.